так, башку мокрую надо просушить, конечно. Я тут осознал одну вещь, что из-за того, что мы довольно давно не играли концертов, и я привык работать очень много дома, я стал вот этим, знаете, когда, как это называется, затворником, короче. И в большинстве случаев мне как-то не очень приятно общество большого количества людей. Но в связи с тем, что у нас там концерты и всякие разные мероприятия, я стараюсь сейчас максимально по-возможному куда-то выбираться и встречаться с разными людьми, потому что просто психологически сложно, короче. Сегодня получается, что Бах отмечает день рождения, и в Бахе играют одновременно две знакомых команды, точнее три даже, да? Дергачи и В себе, где Виталий Буц из No Mercy Radio играет. Сегодня опять работаем, как я, мама, оператор, фотограф. Что вы скажете по этому поводу? Я в шоке просто. Я не знаю, что делать с этим. Я просто стараюсь... Мы не знаем, зачем вам этот интернет, поэтому не знаем, зачем этот интернет. Душевненько. Небольшой концерт. Причем, как бы, народ какими-то волнами странными. Короче, группа начинает играть, никого нет. Они играют две песни, набивается зал битком. Потом все куда-то в перерыве исчезают, и на второй песне опять начинается рубил. Ну, короче, как обычно, вот эта вот плавающая такая аудитория между баром и, собственно, танцполом. Потому что они там в разных залах, и, соответственно, народ гуляет. Можно было бы вторую сцену еще поставить, маленькую, специально в баре, чтобы там кто-нибудь в акустическом режиме играл в перерывах. Но это я так, шуточки, все. Давайте еще увидимся. Покедова.